Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герон Танк. Второй день, изобретаем 6 кристаллов. Так, ну что, будем копить дальше с тобой кристаллики для какого-нибудь супер-пупер танка. Кто-то у нас спрашивал, а есть тут какие-то режимы или что-нибудь еще? Да, ребята, у нас есть новые карты, должен быть открыт новый режим. Не знаю, что это такое, онлайн 2 на 2. Скорее бы он открылся, чтобы его протестить. Ну и как видишь, у нас за деньги можно покупать новые, так сказать, карты. Вот таким вот образом. Так, ну что, ладно, мы сейчас занимаемся немножко не тем, потому что я хочу продолжить наши поединки. Именно ПВПшные. Фух, ну что, была не была? Так, кто там у нас? Челябинец. Ах ты мой родной, маленький ты челябинец. Хочешь получить, да? Ну, сейчас ты получишь. На тебе. Все легко и просто. Так, ну что, у нас с тобой следующая награда 10 тысяч монет. Я вот точно не откажусь от 10 тысяч. Что-то сразу так, моментально, я бы сказал. Слушай, я же вроде скины менял. Почему скин не поменялся, а? Так, челябинец поставил. Так, окей. Ну иди сюда, мелкий ты хламон. Все. Ну извини. Подбили. Так, играем снова. Играем снова. Fight. Так, кто у нас тут сейчас будет, интересно мне знать. Опять челябинец, да что ж ты. Так, ну ты видишь, что он в броне. Дико, он еще и попадает по мне даже. На, получи. Все, крышка. Так, а нам остается с тобой еще 3 победы. И дело будет, как говорится, сделано. 10 тысяч монет мы с тобой получим. Но хотелось бы, конечно, еще и получить сундук. Я навскидку, ребята. Кольт. Это кольт. Я открыл счет. Кольт, куда ты прешь? Это что такое сейчас было? Какие-то молнии у него там были, интересно. Так, ну что, друзья мои, продолжаем наши баталии. Ух ты, опять челябинец. Смотри, да. Оп. Все? Ты не ожидал, да, такого? Челябинец. На, тогда получи. Все, ему крышка. Взлетел. Ну, а мы с тобой зарабатываем 10 тысяч монет. Ну что же, давай попробуем заработать сундук. Шансов мало, но они есть. Так, давай, хорош стрелять тут уже. Fight. Так, тут всего 9 побед. Тут какой-то новичок, ребята. На челябинце, естественно. Но у него уже есть броня. Так, он что, пытается меня тут надурить, что ли? Накидывает. Ну где ты там? Так, пора мне, наверное, выдвигаться все-таки, да, к нему. Так. На, блин, почему не попадаем? Все, ребят, все отлично. Попадание пошло. Замечательно. И последний выстрел. Goodbye. Телега выехала.
Ну что, первая победа есть. Нам еще нужно 4. Ну, я имею в виду именно до сундучка. А там уже как получится. Тоже какой-то новичок. 7 побед у него. Ну, понятно. Челябинец с броней. Здорово. Теперь моя очередь влуплять тебе. Перестрелять, что ли, меня хочешь? Наивный малый. Слушай, подожди, а почему у нас скины какие-то? Я же брал скины вроде бы, так. Опа. Замечательно, давай еще откроем. Ух. Слушай, я ведь могу уровень прокачать, получается, да, нашему танку? Отлично. Так. Вот, я хочу такой скин себе ставить. Он прикольно смотрится, да? Да, я думаю, сгодится. Ну что, поехали дальше. Сундучок, как говорится, все ближе и ближе к нам. Так, вот смотри, как я выгляжу сейчас. Ух. Такой с маскировочкой специфической. Так, погоди. Так, он прицеливается, он приметивается. Все, парень, тебе крышка. Дубай. Ну, сундучок вот-вот. Буквально рукой подать, и он будет у нас в кармане. Там 100% будут гемы, которые мы с тобой можем увеличить за просмотр рекламы. Чуку и сохраню. Смотри, 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 как его дали, мучочка. Оу! А куда ты побежал-то? Готов. Да, вот не будь у меня щита, ребята, крышка бы началась бы. Меня бы просто распилил бы он. Вот так вот. 1022 победы, нифига ты, парень. Тоже что ли там с пилой, не? Друзья мои, ну я его... Ух ты, это что такое сейчас было? Что сейчас он выпустил такое? Готов. Фух. Ну вот и сундук. И что же из него выпадет нам? Ё-моё. Смотри-ка. Это что за... Для кольта? Не пойму, какие-то снаряды. Так, ну я скажу тебе одно, надо все это увеличивать. Ну что, как ты видишь, наградушка у нас увеличилась в 2 раза. Ну монетки, хорош, все уже. Так, следующая награда у нас будет 12 тысяч монет. Ну что, попробуем взять эту циферку. 12 тысяч монет. Ну-ка, 96 побед у тебя, да, говоришь? Проверим на прочность. Ох ты жук. Так, спокух, ребят. Попал. Попадаю, попадаю. Куда ты убегаешь там? Круто. Блин, нифига они там уже начинают бомбить ракетами еще какими-то, а? Ты посмотри на них. На этих засранцев. Ну что же. Надо быть аккуратным. Когда к тебе подъезжает вплотную танк, это сулит какой-то бедой. Он счет открыл, ребята. Попадаем? Попадаем. Снаряд в снаряд. Где ты там, хлыщ? Попадаем.
В мясо. Так, сколько нам нужно? 77. Так, еще получается. Еще получается 3, да? Да, 3. 3 победы нужно одержать. Ну давай. Попробуем 3 победы одержать. В принципе, тут ничего сложного нету. Главное, я говорю, не подпускать к себе. 576 побед, ребята, у противника вашего. То есть довольно серьезный противник. Тем более кольт. Куда-то там кольт ушел. Смотри, что творит, а? Ну давай, кто кого пристреляет, что ли, ты хочешь? На! Голодранец. Двигаемся сразу дальше. Геран Танк Баттл. Ну давай, родной, прогружай быстрее. Меня там ждут великие дела. 168. Ранг. Или победа, я не знаю, это победа или ранг. Чего? Слушай, голодранец, ты не припухли там, а? Случаем. Давай, давай, строчи. Он не попадает по мне, ребят. Не, вот сейчас начал попадать. Наверное, у него тоже броня. Или не, нету. Не знаю. Я его раскромсал. Ну что, еще одну победушку. Слушай, ну противник уже коварный становится. Тут даже видно. Уже начинает искать места, моменты, да? Не бегут, сломя голову. Тут вообще, ребята, переплевывают меня по победам. Опытный чувак. Кто это? Это Кольт. Это Кольт, друзья мои. Собственной персоной. На. Так, че он ко мне подъезжает поближе? Мне не нравится вот то, что он едет ко мне. Да на тебе. Елозит еще мне тут, да? Ну вот и все. Взяли мы с вами 12 тысяч монет, друзья. Естественно, сразу повышаем планку до 14 тысяч. Мы, наверное, сейчас с тобой все сможем купить. Все, что здесь за деньги, за монетки продается. Файт. Кто? О, Челябинец, родной. Тысячу лет тебя не видел. Даже заскучал. Ну, по-моему, тебе кранты. Это какой-то новичок был. Всего 13 побед. Ну что, начало сделано. Мы, соответственно, с тобой продолжаем. 14 тысяч монет заработать. Ну, в принципе, можно. Есть, как говорится, шанс. Мне бы, конечно, хотелось до кристаллов добраться. Вот я сомневаюсь, что мы сможем до них дотянуться. Где там? Кто там? Опять кольт? Да, ребята, это кольт. Собственно, персоны. Не попадает. А как он так ровно на дороге стоит? Скажи-ка мне на милость. На тебе. Не мотыляет его. Едет ровненько, да? Подозрительно. Так, ну что? Кого нам следующим дадут противникам? Блин, естественно, мне надо накопить гемы. Друзья, гемы накапливаем с вами и покупаем охрененный какой-нибудь танк. И будем тут по полной программе выжигать. Опа. А вот этот кольт я узнаю, ребят. Начинает дурковать. И это мне нравится. Упс. Спокуха, парень. На. Ездит он мне здесь. Угу. Так, еще две победушки. Что-то быстро как-то. 1177, чувака, побед. Ну вы серьезно? О, это, ребята, серьезный противник. Не надо. Ну куда же ты, родной? Минус.
Ух. Еле выжил, друзья, еле выжил. Нифига себе, там уже танки пошли. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Медведь-киллер. Медведь-убийца. Где же этот медведь-убийца там у нас? Покажись. Герон танк, да? Собственно, персона, ребята. Ну, ему кранты. Тут мы его раскусили. Ах ты, снаряд, снаряд. На! В сухую вынесли. Да, 14 тысяч у нас в кармане. Ну что, 300 гемов. Сам понимаешь, на дороге не валяются такие прекрасные алмазики. Нам нужно до них добраться, заработать. А вот получится ли? Мы видим, что противник уже становится серьезным. Танки у него хорошие, прокачанные. Так что большая угроза над нами нависла. Видишь, даже кольт уже попадает идеально практически. Я, конечно, попробую сейчас тут побороться с ним. Вот мне не нравится, когда они приезжают все близко ко мне. Все время кажется, что что-нибудь сейчас запустит. Но тут, слава богу, обошлось. Так, а сколько у нас вообще гемов? Надо будет глянуть, сколько мы заработали. И прицениться, сколько нам нужно еще добыть, чтобы купить офигенный танк. Fight. Мне сказали, что у Т-35 слабая броня. Кто, опять кольт, что ли? Опять кольт? Куда ж ты бежишь-то так, сломя голову, парень? Куда? Помереть, что ли, хочешь? Так помрешь? Все. Поехали. Некогда тут нам в бирюльке играть. У нас впереди кристаллы. Так, мой любимый пригорчик. Давай, заезжаем. И начинаем обстрел. Кольт. Опять едет кольт. Так, недолет. Так, отлично, да? Попадаем. Ну все, ему крышка. Успеть вовремя поставить защиту. Я удивлен, что у них нет у всех щитов. Куда они щиты-то подевали все? Это что за слабенький пригорчик такой, друзья? Кто там у нас? Челябинец. Господи. Здорово, малыш. Как жизнь? Ладно, не отвечай, вижу, что хреново. Так, друзья, давайте-ка вырвем с вами победушку одну и получим 300 гемов. Это нужно сделать обязательно. Просто необходимо, я бы даже сказал. Файт. Где там? Попал. Так, снаряд, снаряд. Так, он тоже скин себе поменял, как ты видишь. О, парень, ну ты попал. Готов. Все, друзья мои, побед за нами. И мы забираем 300 гемов. Ух. Ну что, попробуем сундук этот заработать. Была не была. Я знаю, ребята, что очень сложно. Нужно 5 побед сделать нам. 5 побед, и этот сундук будет у нас в кармане. А там, сам понимаешь, и кристаллы, и деньги, и бустеры. В общем, все, что мы так любим. Челе... Опа! Ох ты, родной ты мой. Ты, наверное, не ожидал, да? Ты, наверное, не ожидал, что у меня тоже будет броня. Тогда будешь... Ой, как-то я так промахиваюсь. Ну куда ты едешь-то ко мне, родной? Куда ты едешь-то? Надел панамку и думаешь, что теперь все можно? Ну что, начало положено. Но это только начало, в том все дело. Если мне будут выпадать челябинцы, я, в принципе, нисколечко не возражаю. Опа.
Что это за территория такая? Кто? О, Челябинец, родной, опять идет ко мне. Стоп, 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 надо в него попадать. Ах ты, жук ты несчастный. Ладно, хорошо. Все, да? Это новичок, видно сразу 6 побед. На тебе. На еще получи. Так, и добивочный. Так, будьте добры, дайте мне еще, пожалуйста, 3 челябинца. И все, я буду вам очень благодарен. Сейчас какого-нибудь зверского танка подкинут мне. Вот будет веселуха. Но будем надеяться, что этого не случится. Челябинец, родной, ты что ли? Точно, ребят, какого-то новичка опять не дали. У него 3 победы всего лишь. И они все с щитами. Ну понятно, это как, знаешь, как на обучении, когда играешь. Куда ты идешь, парень? Ты чё? Встал тут вплотную ко мне. Ох, сейчас ты будешь получать тогда. Куда же ты поехал-то, родной? Я еще не закончил. Вот теперь езжай куда хочешь. Блин, хочется посмотреть, что в этом сундуке будет, а? В каждом сундучке что-нибудь да прикольное. Интересно, а в сундуке можно, например, поймать танк? Ну, выловить танк, которого у тебя нету. Чисто выиграть его. Упс. Друзья мои, Т-34, собственно, персоны вышел. Это перебор. Так, он стоит, типа, я его не вижу, да? Нет, парень, тут я тебя расколол. Мини-моби. Фу, скрестим пальцы. Ребят, скрестим пальцы. Я надеюсь, вы за меня болеете. Я за вас тоже болею. Фу, лишь бы повезло, ребят, лишь бы повезло. Легенда, ё-моё, против нас легенда какая-то дерется. Я слышу, там мощный танк. Это Герн-танк, ребята. Это не шуточки. У него очень большой дамаг. Неужели он щит поставит? Есть! Есть, ребята! Вот это я понимаю, вот это мы сыграли. Фу, ну что, забираем наш сундук. Честно заработанный. Так, 91 кристалл. Маловато, хотелось бы, конечно, побольше. Ну да ладно. Так, ну что, мы получаем с тобой повышенную награду. Итого у нас 1723 кристалла. Так, хорошо. Куда мы с тобой? В магазин? А зачем нам в магазин? Нам в магазине... О, еще у нас же есть бесплатный сундук. Так, и здесь нам выпадает... Ага, вот что. Так, тут монетки. Еще открываем. Так, мы что, можем улучшить наш танк? Дальше. Так, это для Кольта. Это я не особо люблю пользоваться. Так, это опять же для Кольта. Для Челябинца. Фига, у нас ящиков заработано. Все, ящички закончились. Так, ну что, друзья мои. Совсем крошки, ребята, повышаются. Совсем крошечки. А вот бустер, почему я не могу бустер прокачать себе, а? Не хватает карточек. Так, ну, посмотрим, сколько у нас вообще стоит. Кто-то вот такой покупал. Это тигр. Т-35, говорят, слабая броня у него, да? Может быть, КВ-2 улучшенный взять? Нам копить, правда, до него фиг знает сколько. Но нам спешить некуда, можно попробовать. Так что, друзья мои, пишите об этом, что вы думаете в комментариях. А на сегодня мы заканчиваем. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.